Вы специально приехали ради Рамазана? Нет, я тут. Были, да? Да. Я вас сейчас отпущу, потому что с Полиной я буду после Рамазана, я буду с ней с фонограммером. Два урока, но один с вами. Поэтому один урок. Юля не будет, да? Юля приболела. Так что, дай Бог ей выздоровление. Все, давайте. Александр Валерьевич, вы мне будете, да, вот эту подсказку привезти? Ну, буду, если не забуду, главное. Но это еще, вот понимаешь, сегодня. А потом не будет подсказок. Все.
Ну и в целом интонация намного лучше. Так и в целом интонация, да. Так у нас все в порядке. И с интонацией, и со слухом. У него он вообще идеальный слух. У него, я поражаюсь его слуху. Это просто вот, да. А что ж ты сделал с фразировкой-то? Я думала, там случайные у тебя места. Нет, я просто сейчас пел как... Как чувствовал? Да. Но ты понимаешь, что ты клонировал все время свои чувства? У тебя везде было... Я понимаю, ты сейчас отдавался чувствам своим. Это все было хорошо, и это сразу отразилось на твоей интонации. Но фразировку там... прямо... В припевах? Да, и у тебя сброс динамики в связи с этим сразу резкий. А, сброс. Да, и здесь еще одно место. То есть оно не смотрится? С Александра Валерьевича. Что значит не смотрится? Оно не слушается. Оно не слушается. Оно не смотрится, это у них выражение. У меня, говорит, хорошо смотрится. Прикид, в смысле танцы. И потом смотри, Рамазан, тебе нужно работать уже на публику. Тебе нужно учиться работать на зал. Твой зал. Ты очень красивый, ты фактурный, у тебя прекрасный голос. Тебе нужно работать на зал. Твой зал – это ракурс анфас. Понимаешь? А анфас – это не на картинку, а вот сюда, на объектив. Угу. Понимаешь? То, что я на актерском мастерстве вам объясняла. Фас – это вот картинка. Угу. Там, где ты смотришь на себя, вот ты можешь видеть себя. А объектив – это анфас. Глаза в глаза. То есть ты поешь зрителю. И тебе петь зрителю. Петь зрителю. Ты все время кругаля даешь, ты все время отворачиваешься. Получается, что кому ты поешь? Тетенькам за кулисами или кому? Ну, я понял. Ну, это понятно. Надо привыкать. Ну, то есть мне сейчас петь в объектив? Да, петь прямо в объектив. Это первое. А сейчас давайте пройдем еще раз, Александр Ильич. Во-первых, мне не нравится вес твой через номинанту был неточен, да, значит, там было все это неточно. Поем сейчас припев первый, еще до третьего куплета. До третьего куплета. Самый первый припев. Самый первый припев. Поем. Там фраза какая-то. Хорошо, Александр Валерьевич, сейчас будет модуляр. Ты понял сейчас, да? Ты сейчас... Дай мне этот текст. Ты понимаешь, да, где ты теперь стал рвать? Сквозь чужие... Ну, поверни следы обратно. Да. Да, обратно. Оно не слушается. Ну, сейчас ты сделал очень аккуратный вдох. Совсем малюхонький и динамику не сильно провалил, как до этого. Ты понимаешь, ну, динамику-то так нельзя, ты обратил мое внимание сразу же вот на это все. Думаю, а что это за заковыка за такая? А сейчас хорошо спел сквозь расстояние. Сейчас очень хорошо спел. Целостно было. Давайте сейчас последний припев. Перемножается. Нет, в тонику и третий куплет. Александрович, последний припев. Ты понимаешь, что нужно сейчас поработать еще тебе будет вот над тем, чтобы через доминанту на повтор выходить? Неточная доминанта. Давайте... да нет. Александрович, ну так все. Я что, закрыл? Хотите открыть? Да приоткрыть, что-то воздуха не хватает. Да вообще ничего не хватает. По собственным следам, по собственным следам. Вот это место. Да. Александрович, будьте, верните в тональности. По собственным следам. Вот это место поем. Сквозь чуждые следы, сквозь расстояние. Отсюда поем.
Сквозь чуждые следы. Сквозь... Не надо, не надо торопиться! Спокойно. Сквозь чуждые следы. Сначала, еще следом, раз. Сам сейчас в доминанту уходим на повтор. Угу. Сквозь чуждые следы, сквозь расстояние, триолькой хорошо бы спеть. Пошли. Сквозь чуждые следы. Не забавляй. Сквозь расстояние. По собственным слезам, по собственным следам. Сквозь чуждые следы, сквозь расстояние, то есть акцент на первую долю сделай. Сквозь расстояние, спой. Сквозь расстояние на он. Сквозь расстояние. Еще больше. Сквозь расстояние. Нет. Сквозь расстояние. У тебя основная О. У тебя первая доля на триоле. Сквозь расстояние. Еще раз. Сквозь расстояние. Чуть петь грязно. Александрович, поем оттуда же. Сквозь чуждые следы. Еще раз третий куплет. Но все-таки вот эти ты не знаешь. И до последних лет, и слез без средних... Ты до конца не выучишь. Будешь учить. Еще разочек. Сквозь чуждые следы. Еще разок. Два. Сквозь чуждые следы, сквозь расстояния, по собственным слезам, по собственным следам. Ты выходишь из режима. Я не против ваших фишек. Делайте вы что хотите, фразируйте интересно, чувствуйте так. Но ты выпал из интонации здесь. А в каком месте? Ну, следы обратно. Здесь же фальшь. Вот то, что ты снимаешь вот здесь, там грязно звучит. Ты понимаешь, что там грязь? Это первая грязь. Спой сейчас, я копаю.
Сквозь чуждые нет, следы. Нет, нет, нет. Сквозь... Но поверни следы обратно. Вот эту строчку. Внутри твои следы влет расставания, но поверни, но поверни следы обратно. На легато ты поешь чисто. А, то есть там легато, не нужно отрывать. Ну, ты понимаешь, что ты сказал, что это твои чувства? Я не хочу ущемлять твои чувства. Ты сейчас чисто спел, а когда ты но поверни следы, у тебя цезура, ты берешь дыхание, и ты в это обратно, и обратно не въезжаешь вообще. Вот о чем я говорю. То есть я тебе просто округляю, и вопрос здесь, фраза. Это первое, где была грязь. Так что, если хочешь, работай над этим люфтиком маленьким, понимаешь? Дыхание ты набираешь. Обратно. Вот так. Обратно. То есть, чтобы ты не успел. Поверни, но не следы обратно. Следы обратно. Я-то не вываливаюсь, я в одной линейке. Теперь дальше. Любовь-то в следе, плавает звезда. Любовь. Тут нет нижней ноты, вообще нет нижней. Любовь. Нет, она не та. Любовь. Вопросительный знак, интонация. Нет, лю. Лю нет ноты. Любовь тот свет. Ну так а лю-то не было, когда пели. Она такая вкусная. Любовь тот свет. Лю. Начинаем с Л. То есть начни с Л. Начни с сонорной. С Л, понятно? Любовь тот свет. Ну, попробуем. Любовь тот свет. Абсолютно, Александр Ильич, ну идеальная же интонация. Ну что это такое вообще? Шо, не надо скакать, не надо торопиться. Дальше. А дальше? Любовь тот свет. И дальше? Что навсегда. Чисто было, но что навсегда. Тоже может быть триолька. Что навсегда. Ну, можешь как угодно. Что навсегда. Вот тоже, понимаешь, что отдельно. Что навсегда. Тоже цельно мысли. Цельно, они отдельно звучат. Но до последних лет. Тоже. Но до последних. Да, тоже начнем с сонорной. Сонорной, понимаешь? Да, но я там этот ход, но до последних лет, я его как бы не прошептываю. А какая разница? А где опора? А кто разрешает тебе шептать без опоры? Мы и шепчем, милый мой, с опорой. Иначе ты... Все, и дыхание-то нет. А что делать дальше? Что будет? Ну, я выпью. Но до последних лет. Но до последних лет. Ну куда фраза-то? Но до последних лет. Дальше. Хорошая атака, твердая, договорились уже. И слез бесследных нет. И дальше? Ведь нет следов, что исчезают. Без следа. Работали без с тобой. Следа. Без следа. На-на-на-на-на-на. Мы не знали, да? У тебя здесь. А я думал там. На-на-на. Нет. И сейчас на-на-на ты тоже думал, ты не туда думал. Без следа мы с тобой играли, оставались, на-на-на. Поем, все запомнил? Вроде. Ну, над этим будешь дома вот работать, над это. Сейчас просто допоем до конца. Допоем до конца. Оттуда же. Откуда? Два припева через доминанту, третий куплет и два припева с модуляцией. Поем. Первый припев. Два припева с модуляцией? Ну, в смысле, два припева, где модуляция. Внутри. Вот люфт. А представляешь, как есть? Внутри твоих слюх. Добивай эту фразу.
честно. Да честно. Странно. Там кто-то кружит вокруг тебя или что? Пойдем? Это просто набиваем. Поговори мне. Раз. Раз. А, ну он был выключен. А зачем? Я его включил. Он был включен. Ага. Пойдем еще раз. Оттуда же. И вот в руке одна вода, а следа нет. Извините. Давай подключи этот микрофон. Может быть, микрофон не делай, я уже не знаю опять. Да, у нас тут ревизия не видит. Вообще почему-то что-то шуршит. Раз. У вас шуршит что-то? Что-то шуршит? А почему шуршит? Ну это шнуры шуршат, их так и не сделали. А если дело убавить? Дело не в микрофоне. Убавляй, но дело не в микрофоне. Дело в том, что все шуршит. Раз. Ой. Поем анфас, работаем в микрофон, еще раз оттуда. И вот в руке одна вода, а следа нет. Раньше не писали вот этих вот. Я тебе сыграю гордо, три аккорда. Таких песен дебильных не писали раньше. Это сейчас вы поете непонятно что. Хоть кто выйдет и споет с полпинка. А это труд. И я не могу. Александр Валерьевич, играют, из кожи лезет там тебе. Эти все эти глиссанды, эти все эти пу-пу-пу-пу. А ты останавливаешься. Мы не можем проверить, тебя еще не выносили. У меня дыхание брало, мне и ком в горле. А комар... Ну, если бы мы были на концерте, я бы быстро очухался. Да? Очухался? Да. Комар горлу, это самое. Вот легата нет, ты чуть-чуть с опоры слез, и вот и ком подкатывает тут же. Почему? Потому что поем во славу Божью, а лукавый вокруг тебя ходит и в бок тыкает все время. Я не могу уже, ты понимаешь, что невозможно вот проверить, вот, ну невозможно проверить твою выносливость. Потом вот это вот, смотри, вот что навсегда. Вот почему выстреливает эта аж? Да. Почему она выстреливает? Потому что не было плотненько. Что навсегда? Вот скажи мне, что навсегда? Что навсегда? Да! Что навсегда? Вот это же, вообще-то куда? Никуда! Никуда совершенно. Как мы будем
Вынослив. Попей водички, иди. Иди попей водички. Иди. Кипятком минеральную раствори, она ее погасит, можешь попить. Потому что там кипяток. Все у нас пока. А, там уже кипяток? Там кипяток же, конечно. Поэтому чуть-чуть налей и загаси кипятком. А. Все хорошо, но вот эти вот остановки мы не можем. Так это мы, извините, уже с половиной песни поем. И мы не можем выдержать чисто физически, ты понимаешь? Ты должен потом за кулисы у меня уйти и рубашку снять и выжать ее. Понятно? Угу. Выжать ее! Ты должен себя целиком полностью отдать народу. Давайте еще раз попробуем. Да мы вообще сейчас сначала будем петь. С самого начала. И я не буду сейчас останавливать, но спой-то хоть раз до конца. Угу. Александр Ильич, если он остановится, вы играйте тему. И он пускай потом подключается, как будто он поет на сцене. Как на концерте. Работаем анфас, работаем микрофон. Сначала, да? Да, с самого начала. Следом нет.
Или как мы за второй раз. А зачем ты остановился? Чтобы спросить точно. А не надо спрашивать. Пой. Мы опять не можем песню допеть до конца. А если ты там захотел фермату поставить, тебе захотелось больше протянуть? Ну, нет, я просто уточню, что как мы. А не надо уточнять, и у меня своя будет интерпретация. Ты как чувствуешь кульминации? Ты зачем останавливаешься? Я с Рустамом Валерьевичем договариваюсь, поэтому... Ну, тогда будет как мы пели, то есть внутри твоих следов. Та-там-та-там. Мне кажется, там тоже. Да это надо чувствовать просто. Это надо просто чувствовать. Как чувствуешь, так и пой. Александр Валерьевич пойдет с тобой. Ты сейчас просто сам не понимаешь, что ты хочешь. Просто взял, остановился. Не допиваешь ты запевок гласные, не опираешь ты, их сыпется звук. Интонация сыпется. Она сыпется. И вот это место, третье куплете, все вот эти вот строчки две, они неточны. И будешь учить. Еще раз, третий куплет. Ведь нет следов, что исчезают без следа, и идем на последние два припева. По поводу ферматы на модуляцию. Вот мне кажется, на кульминацию нелогично. Остановку делать. Ну, я... И растягивать. Ну да я вот и поэтому остановился. Ну так а почему ты остановился? Почему ты не стал петь? Потому что я тянул. А тебе сказали... Если сказать, что как вот по накатанной, да, и чтобы не останавливаться, раз уже там модуляция... Ну, мы сейчас горкой разгоняемся перед светом. Ну да, лёд расставания, но потом можно, в принципе, как бы бурлящее это все догнать, это можно, но если бы он купался в этом, мы постоянно притыкаемся, то одно, то другое. Ты во втором куплете так делаешь? Да не делает он так во втором куплете. Он там поет ровно два припева, он там поет. Ровно поет, два припева там. Нет, мы там с первый раз, когда мы первый припев, мы там тянем, а второй уже припев мы... Вот. Та-дам-та-дам-та-дам. Ох, это не та-дам-та-дам. Хорошо, полька. Когда, значит, это один раз должна прозвучать. Лучше пусть она будет в начале, а потом уже вот... Не поем, у нас времени мало, поем третий куплет, ведь нет следов, что исчезает без следа, строчка последняя, и выходим на два последних припева. Модуля эту самую, как ее, доминанту, спой чисто, что это такое? Поем. Ведь нет следов, что... Поем. Ведь нет следов, что исчезают без следа. По собственным слезам, по
конечно, подвинулся. Ты работал с интонацией. Совершенно фразировкой, понимаешь? Для тебя это было страшное слово. Ну, мы когда начали с тобой работать первый год. Фразировка? Да, слово страшное, фразировка. Ты никогда не занимался этим, не работал. Я все это понимаю, но ты теперь все это знаешь. Все рвешь, как тузик грелку. Опять сейчас взял, все порвал. Сквозь расстояние. Я тебе говорю, не будет этих «С», их не будет, если насквозь будем сидеть. Понимаешь? Сидеть. Сквозь расстояние. Вот это вот сразу избежишь все, но пока не получается, пойдем триолем. Триоли спасают. Саня, скажи, что триоли спасают. Ну, спасают. Да. А потом что? Да, я вообще, я сплю с триолями, я обожаю триоли. А дальше сквозь расстояние. Вот это вот не получается. Па. И почему мы па? Мы я, не я, па. Та же нота. По собственным слезам, по собственным следам. Вот здесь цезура. Мы там понарвали и так грязно понапели. Вот эта последняя фраза по собственным следам. Да вообще она ужасная была. Mm-hmm. Сквозь чуждые следы, значит, сюда поем. В модуляции уже. Два. Сквозь чуждые следы. Что мне побежать? Сквозь чуждые следы. Сквозь расстояния. По собственным слезам. Все, ты упал сразу. Да. По собственным следам. И все. Обещала вернуться на утренний. По собственным, сквозь расстояния, по собственным следам, слезам, по собственным следам. Ты можешь уйти закрыт. Сразу не ам. Не надо ам. Ничего нельзя говорить. Если скажешь, все сразу ам будет. Еще разочек. Сквозь чуждые следы, сквозь расстояние поем. Сквозь чуждые. Да не беги. Сквозь чуждые. Да спокойняк полный. А я там бегу. Не надо бежать. Бежать ты всегда поем. Сквозь чуждые. Нельзя! Слово «следа» одно, отрывать нельзя! Ты сейчас порвал. Ты поешь на одном дыхании. На, листочек, цезура. А там разве так не будет? Не будет слушать? Собственным следам. Нет! Нет! Ну объясни мне, это что, логично? По собственным следам. Ну это что, логика, что ли? Где здесь здравый смысл? По собственным следам. По собственным следам. По слезам? По следам. Это логично? Угу. Ну так и берем дыхание перед по собственным следам. Поем еще раз. Поем еще раз. Сквозь чуждые следы? Да, сквозь чуждые следы, сквозь чуждые. Поем. Сквозь чуждые следы, сквозь расстояния. Дальше. По собственным слезам. Нет, у тебя нет, ты опять не бежишь. По собственным слезам. Ты вот что-то. Какую-то другую мелодию придумываешь. Вообще. По собственным слезам. По собственным следам. Куда вниз рукой повела? Не туда. Ты сейчас тоже уйдешь. Я имею в виду, там одна и та же нота, а ты не на одной и той же остаешься, а куда-то вниз и куда-то непонятно куда. Я просто права. Мы с тобой вот до того, как Александр Ильич пришел, тебе сказала, вырабатывай в себе, вот, чтобы я вообще не говорила на уроке, это слово «позиция». Прямо вот я благодарна нашему вот автору, который написал, потому что надоело. Просто... Это встроено должно быть в тебя. И вот ты вот тоже. По собственному... И все вот сюда. Ну какое право? Вот можно вот сюда вот взять и вывалить? Ну что это? Рвотный рефлекс, что ли, или что это? Ты же...
То же самое поем. Сквозь чуждые следы. Сквозь чуждые. Сквозь чуждые. Рвешь все, не поешь, не тянешь. Нет интонации. Сквозь чуждые следы. Сквозь расстояние. Понимаешь, ты должен педаль, пока еще у Александра Валерьевича на рояле будет играть, понимаешь? А там живой инструмент. Живой инструмент. А здесь тоже педаль же держится, да? Ну, держится, только обертонов нет. Ну, обертонов нет. А там обертоны будут. Ты слышишь, что говорит концертмейстер? Ты не можешь закончить, держать эту последнюю ноту, пока еще звучит педаль. Александр Валерьевич, а вы держите педаль. Она долго будет держаться? Да, она будет долго держаться. И вот эта вот красивая нота финальная с твоим вибрато шикарным, она должна звучать, и в зале будет тишина. Понимаешь? Угу. Еще раз оттуда же пойду. Сейчас внимательно посмотрю. Сквозь чуждые следы. Хорошо. Сквозь расстояния. По собственным слезам, по собственным забродным. Две слезы и следы. Разделение. По собственным слезам, по собственным следам. Тебе не хватит на педаль. Тебе не хватит. Дыхай. Поем. Хорошо сейчас спел. Сквозь чуждые следы, сквозь расстояния. По собственным следам. Держи, держи. Ну вот, ну вот, ну вот, это что было? Ой, это что будете, было? Это что? Помните, мне говорили то, что я берусь за одно место, когда мне дыхание не хватает, только сейчас это заметил. Заметил? У вас сплошные штампы, понимаете? Сплошные штампы. Кто руку в груди держит, кто попу придерживает, кто нет, все... Нет, просто воздух оттуда докачивает. Как из груши. И потом, как только строчку не знает, как петь, отворачивается вправо. И пошла, такое лажалет-то пошло, прямо вообще крутое. Раз-то все это. Я говорю, крутит его, вертит. А надо просто взять и выучить, и во славу Божию петь. Так, время есть у нас еще до Полины? Нет, уже нет. Уже все. Так, тогда все, урок окончен. Так, ты, конечно, поработал, будешь дома дорабатывать вот эти кусочки. Александрович, скажите ему, что интонацию почистил? Почистил, хорошо почистил. Вначале, да. Я хотел спросить, а можно ли после урока Полины я зайду к Юле в общежитие, занесу? Нет, она ждет сейчас. А сейчас? Ты вот через эту дверь сходи. Так. И потом обратно. Да, открыть забор. Тиму голым нельзя ходить. Ему голым нельзя. А у меня футболка. Нет, там на улице 3 градуса. У нас морозы нет. Так, там же забор. Прямо на ключ? Ну я тогда пойду, там выйду, какая разница. Сейчас скажу быстренько. А надень куртку. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Александр Владимирович. Еще хотела такой момент. Песню, которую на я буду петь. Да, на вахту, да, там подписано для кого. А тебе я потом расскажу, как пить. Как заваривать. Да, сейчас дай тебе глоток выпей. Чашку свою дай, я тебе налью. Она там вообще с аранжировкой, но я не знаю, наверное, будут.